Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». 101 FM. В студии Мария Петухова. Здравствуйте. Кировская гордума утвердила бюджет областного центра с дефицитом 650 миллионов рублей. Депутаты внесли поправки в главный закон. Мэрия намерена выделить на благоустройство сквера на пересечении улиц Дрелевского и Дерендяева 5 миллионов рублей. 21 миллион потребуется на оплату работ по строительству пешеходных переходов в Кирове. Мероприятия по установке дорожных знаков и ограждений обойдутся бюджету в 780 тысяч рублей, а содержание парка Гагарина почти в 700 тысяч. После внесенных поправок дефицит городского бюджета увеличился на 157 миллионов. Кроме того, депутаты утвердили отчет об исполнении городского бюджета за прошлый год. Начальник финансового управления Вячеслав Кулистов отметил, что бюджет города за прошлый год исполнен на 101%. При этом расходы бюджета превысили доходы почти на 800 миллионов. Программа «Экономика». Инвестиции в основной капитал в регионе выросли в основном за счет обрабатывающего производства. Значительную часть инвестиций за первые 4 месяца этого года обеспечила химическая промышленность. Всего же крупные организации области в январе и апреле вложили в бизнес 5 миллиардов 45 миллионов рублей. Эта цифра на 54% превышает показания за аналогичный период прошлого года. В то же время в некоторых видах экономической деятельности отмечается отрицательная динамика. Так снизилось производство пищевых продуктов и электрооборудования. Программа «Экономика». Налог на роскошь передадут регионам. За счет этого Министерство финансов планирует пополнить региональные бюджеты. В то же время федеральный центр перекладывает на регионы заботы о безработных, об учреждениях среднего профессионального образования и другие обязанности. Налог на роскошь в конце прошлого года предложил ввести Владимир Путин. Роскошными в Минфине постановили считать элитное жилье дороже 300 миллионов рублей и автомобили с двигателями мощностью свыше 410 лошадиных сил. Свою оценку предложению уже дал губернатор Никита Белых, цитирую. Ставка только на налог на роскошь может привести к еще большей дифференциации регионов по доходам. Есть риск, что богатые регионы станут богаче, а бедные регионы, где нет дорогой недвижимости, беднее. Программа «Экономика». Фестиваль «Вятский лапоть» обойдется региону в 300 тысяч рублей. Это в два раза больше, чем было потрачено в прошлом году. Мероприятие пройдет 14 и 15 июля в поселке Кельмесь. На сайте госзакупок уже размещена информация о конкурсе на организацию и проведение праздника. Начальная цена контракта – 300 тысяч рублей. Курс валют, по данным Центрального банка, на 31 мая. Доллар подорожал на 36 копеек и стоит сегодня 32 рубля 45 копеек. Курс евро вырос на 22 копейки – до 40 рублей 46 копеек. Мария Петухова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.